Ну, если не учитывать результат, в принципе, то, конечно, никого не интересует, но по игре я сказал ребятам спасибо. И в первом этапе, и во втором, по большому счету, играли так, как мы планировали. Естественно, учитывая соперника, что команда серьезная на первом месте идет, мощная. Но, к сожалению, я не знаю, не фарты, это ошибки не позволяют нам выиграть. Но проиграли, ну то, что мало очков, это не потому, что мы сегодня проиграли. То, что мы много не забивали именно до этого. Ну, можно свалить на нефарт. Но я еще раз говорю, я ребятами доволен сегодня. Вопрос от еженедельника игрок. Первый из них. В каком состоянии сейчас находится новичок Михаил Земсков? Ну, он только вчера приехал. Еще не знаю. Вопрос номер два, опять же, от этого же издания. Планируется или укреплять линию атаки каким-то еще новичком? Укрепление нужно. Но новичком таким, который, ну скажем, если он придет, он должен быть лучше, чем те, кто есть. Тогда будет укрепление. И заключительный вопрос. Какая атмосфера сейчас в команде, интересуются журналисты наши? Ну, конечно, ребята все переживают. А еще один я переживаю. Конечно, ребята переживают. Он сидят в разделке, все полуживые. Стараются очень, в принципе, работают, но результата нет, это тоже, конечно, их угнетает.